но подходящая ей по стилю. 16.75 оценка Зохры. И сейчас Екатерина Селезнева. Удачи, Катя. Love is beautiful. Fierce and strong. An insatiable all-consuming fire. A lion pacing a red-hot embers of desire. Love is a thirst that's never quenched, a sacred flame that can't be quenched by icy showers of sobriety or a society strangled by notions. Это музыка из репертуара Церкви де Солей, шоу «Медитация». Да, очень необычный выбор Катя сделала, и я думаю, что у нее неплохо это получилось, потому что действительно интересно смотреть, завораживающая музыка, тем более в исполнении Кати, которая красиво очень дополняет эту композицию. Все тренирует мама Ольга Назарова. Прекрасное творческое сотрудничество в течение многих лет. Да-да-да, Катя очень серьезно с мамой относится и подходит к своему труду. Катю я знаю очень давно, мы тоже начинали с ней вместе работать, выступать, соревноваться. Стоящая публика одобряет оценку Екатерины.